Экипаж очередной экспедиции на МКС вернулся на Землю. Спускаемая капсула корабля «Союз» приземлилась в казахстанской степи. Космонавтов Алексея Овчинина, Олега Скрипчика и астронавта Джеффри Уильямса первым делом осмотрели врачи. Когда медики удостоверились, что все в порядке, россияне отправились самолетом в подмосковный звездный городок, а американец – домой в Штаты. Их совместная работа на орбите длилась около полугода. Было выполнено более 50 научных экспериментов. Кстати, для пилотируемого корабля «Союз» ТМА-20М это путешествие стало последним. Далее в космос будут отправляться машины новой серии. До этого на орбите будет работать российско-американско-японский экипаж Анатолий Иванишин, Кэтлин Рубинс и Такуя Аниси. Yeah.